вообще-то мавзолей. Нет. Ну, где-то есть ванны, где-то есть туалет, а где-то нет. И что там в комнате? В комнате есть, ну... Что там помещается? Кровать? Есть кровать обязательно. Есть шкаф обязательно. Есть место, можно, ну, гости. Но они все проходные такие получаются, да? Парадно. Коридорно? Парадно. А как иначе-то? Как ему удобно. Ну, обычно, как вы сказали. Один коридор. Я не понимаю. С какой целью трезвонить? Я смотрю, я не понимаю, как разговаривать. По закону, у них как это иначе. Это я знаю. Там максимум 4 метра. Я не могу спланировать обстановку, понимаешь? Вы. Ширина здания 4 метра. Вот где-то окна есть вот здесь в городе. А мы проезжали, в основном окно только в торце находится. И в конце возможно. А в дома нету окна. То есть темнота посередине. Экономику делаем. Все зависит от фасада. Национальная одежда, да. Да, одежда. Вот. Основатель Ханоя, Ли Тайто зовут. Направо. Ли Тайто. Почему у вас цветопол? Вот там, да. Башня черепахи. Башня черепахи. Да. Опасная? А живет в башне? Башня. Есть, есть. О, пробка там. Ага. Надо было автобус. Что на красный мост? Чем знаменит Красный мост? Ронго так раз сразу... Кать, ты будешь фотографировать? Деньги. Или я? Да я сейчас. На ту сторону? Она от нас убежала. А мы? Она нас кинула. Красный мост. Что ты так стыдливо отворачиваешь? Я думала, ты будешь Иру снимать, если честно. Иру тоже. Она тоже испугалась. Иди нам американских доноров. Мы сжигаем, и там они приносят. Имена это бешеная черепаха, поэтому черепаха для нас это символ мудрости, долголетия, повезло. Черепаха здоровенная, Леха. Да.
кто-то закажет с тобой, если да, на этом закончится. Нет, ребят, дело добровольно, ты не хочешь остаться в гостинице, нет проблем. Обычно можно у меня когда-то бить. Ну, она обычно начнет. Эй, малыш, как эти мульма, а вот смотри, как эти мульма. Ума, вот эти. Ума, да. Да, ты, 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 Это день Диане. В этом году это день Диане. Это самый древний, но сейчас ремонтируют уже. Вы уже все здесь? Я вам расскажу? Да. 1049 году у короля Вьетнама нету детей. Он всегда сюда ходил и промолился для того, чтобы Бог дал ему детей. Это будет смотреть невозможно. Ладно, притремся, разберемся, в принципе. Я думаю, что просто нужно вот мне там более на поселении почетче всех отогнать от стойки. Блин, там пускай справа сидят, чтобы не у стойки стояли, а подальше, там где-то разместились. Хорошо, и отдыхали. Вот мы грамотно разместились на корабле вообще, потому что я заранее приехал, я все номера посмотрел, сам сходил, потом Семенов пошел еще, и мы всех разместили. Но только вас поменяли. Потому что мне это было просто это боялось, что там будет шуметь немножко, что там типа двигатель, а он ночью уже не шумит. По большому счету, что 166. Шумит. Ночью? Ночью. Мне не шумело вообще. Ну это у вас там. Сколько мы дадим чаевых водителям и ну, а что-то нас.